Устранитель слепых зон. Это изобретение было создано 14-летней школьницей, которая преследовала простую личную цель – обезопасить свою маму. Каждый год на дорогах по всему миру случается огромное количество аварий. Часть из них происходит из-за слепой зоны автомобиля, пространства, которое водитель не может увидеть со своего места. Школьница придумала, как избавиться от него. Со стороны может показаться, что передняя стойка кузова прозрачная. На самом же деле изображение на ней – проекция, которая передается с камеры. Она установлена с внешней стороны автомобиля. Чтобы сделать изображение более ярким, на поверхность был нанесен слой светоотражающей ткани. Брю. Современные люди постоянно куда-то торопятся. Мы ищем новые решения для более быстрого и эффективного выполнения даже самых обыденных задач. Потому что это экономит драгоценное время. Именно поэтому, скорее всего, появилось вот такое устройство. Брю – это автоматическая машина для заваривания чая. Работает она максимально просто. Один контейнер наполняется водой, другой контейнер предлагается наполнить любым понравившимся чаем. Это может быть листовой вариант любого сорта или пакетик. После этого остается только выбрать температуру желаемого напитка и время, в течение которого чай будет завариваться. Возможность выбрать желаемый объем напитка. Таким образом, от человека требуется минимальное количество действий, а получает он в итоге идеально заваренный чай уже через несколько секунд. Примечательно, что устройство самостоятельно очищается после каждого использования с помощью воды и моющего средства. А еще брю можно использовать просто для кипячения воды. Цена – $170. VR Go Mini. Индустрия виртуальной реальности развивается с каждым годом все стремительнее. Очками, шлемом и специальными перчатками для VR-игр сегодня уже никого не удивить. Однако до сих пор практически каждый любитель игр сталкивается с одной проблемой. Перемещаться в виртуальной реальности не так-то удобно. Некоторых людей от происходящего начинает укачивать, ну а другие не могут получить полноценное удовольствие, так как боятся во что-нибудь врезаться. VR Go Mini — изобретение британских специалистов, которое в августе этого года оказалось на Kickstarter. Всего лишь через месяц команда стартапа собрала нужную денежную сумму. И в этом нет ничего удивительного. VR Go Mini представляется простым, доступным, но в то же время удобным и функциональным устройством. По сути, это подушка, которая кладется на привычный компьютерный стул. Ее поверхность выпуклая, так что игрок, сидя на ней, может перемещать вес тела в разные стороны. Виртуальный персонаж реагирует на изменение положения тела и двигается. Таким образом, VR Go Mini снижает чувство тошноты и позволяет играть даже в тесных помещениях. Покупка обойдется минимум в $150. Gyro C2. Это может прозвучать забавно, однако главная проблема небольших транспортных средств, вроде велосипедов и самокатов, в их недостаточной компактности. Да, они меньше автомобилей и тем более автобусов, однако их размеры все равно достаточно громоздкие. C2 — новинка этого года, которая позволяет иначе взглянуть на привычный всем нам мир транспортных средств. Изобретение представляет собой складной электрический велосипед. Транспорт идеально подходит для езды как взрослым, так и детям. Максимальная скорость — 25 км в час. Заряда аккумуляторной батареи хватает на преодоление пути длиной 35 км. Велосипед удобный, устойчивый к неблагоприятным внешним воздействиям. Однако главная его особенность все же в том, что он имеет складную конструкцию. Менее чем за минуту велосипед сжимается до компактного удобного размера. Так он легко уместится в багажник автомобиля и не вызовет трудностей при хранении дома. Стоимость — около $800. Spring.
С болью в ногах сталкивался каждый человек. Она может быть вызвана восстановлением после тренировки, однако также с ней могут сталкиваться люди, ведущие малоподвижный образ жизни, так как происходит застой крови в конечностях. Spring – устройство нового поколения, призванное побороть боль, отеки, а также сократить время, требующееся мышцам на восстановление после физических нагрузок. Производитель рекомендует использовать Spring всего лишь 15 минут в день. Этого достаточно, чтобы процедура принесла ощутимое облегчение. Устройство использует запатентованную волновую схему массажа. Благодаря этому молочная кислота вымывается. В то же время улучшается циркуляция крови. Несмотря на то, что массажер работает только с икрами, он воздействует на все тело. Обратите внимание на отсутствие проводов. Это значит, что использовать Spring можно когда угодно и где угодно, не нарушая привычный порядок жизни. Цена – $250. Tridisima Multipro. Перед вами изобретение, которое выводит мультитулы на новый уровень. Традиционные инструменты для работы в мастерской большие, неудобные, а также сковывают движение кучей проводов. Tridisima Multipro – инструмент, лишенный всех перечисленных недостатков. Один маленький девайс заменяет сразу 7 распространенных инструментов. Производитель заявляет, это целая мастерская, которая умещается у вас на ладони. Tridisima Multipro справляется с огромным множеством задач. Первое – это 3D-рисование. Вторая – пайка. Третья – выжигание. С помощью инструмента можно украсить, например, кожаную обувь или нанести на деревянную поверхность рисунок. Еще одна функция – это резка проволокой. Инструмент достаточно мощный, чтобы справиться с пенопластом, пластиком и даже органическим стеклом. В будущем производитель собирается усовершенствовать инструмент, добавив дрель, электрическую отвертку, тепловой пистолет и многое другое. Впрочем, даже сейчас Tridisima Multipro предоставляет практически неограниченные возможности для самореализации в мастерской. Цена – $169. BioTattoo. А вот изобретение, предназначенное для поддержания личной гигиены. BioTattoo – это устройство для чистки ушей. Маленькое, эффективное и очень удобное. Устройство работает самым безопасным способом. В отличие от обычных ватных палочек, повредить ухо BioTattoo сложно, так как размер насадки для чистки всего 13 мм. Особая поверхность насадки помогает эффективно собирать загрязнения со всех поверхностей. Пожалуй, главная особенность этого инструмента заключается в наличии камеры, которая передает изображение на телефон в HD-качестве. Такая функция позволяет обследовать ушной канал и не пропускать во время чистки ни единого участка. Также в комплекте идет набор с 15 дополнительными насадками. Таким образом, устройством для чистки могут пользоваться несколько членов семьи. Обойдется оно в $98. AI. Последнее изобретение, которое мы сегодня покажем, представляет собой умное зеркало с голосовым управлением. Помимо своего прямого назначения, AI справляется с кучей других полезных задач. Зеркало подскажет время, температуру за окном, начнет проигрывать любимую музыку, а также доложит о запланированных встречах и звонках. AI можно попросить позвонить приятелю или вызвать такси. Подсоединяясь к системе «Умный дом», зеркало с помощью голосовых команд управляет светом и электроприборами. Цена такого умного помощника – $1000. Эй, хватит лениться! Пора заряжать мозги! Добро пожаловать на канал Brain Time. Невероятные события прошлого, настоящего и даже будущего. Буйство природы и мира животных, шокирующие факты и неразгаданные тайны. Все это и многое другое вы найдете здесь. Подписывайтесь, не пожалеете!